Журналист Айрон О'Мэлли в своей статье оценил уровень Жаната Жакянова перед его обвинительным поединком Райаном Барнеттом. Жанат Жакянов будет трудным соперником для Райана Барнетта. Чемпион WBA не новичок в том, как заходить в логово льва в статусе андердога. В прошлом феврале он приезжал в Огайо для поединка с местным боксером Роши Уорреном. Тогда многие журналисты и так называемые эксперты списали его еще до боя. Однако казахстанец смог захватить победу и титулы раздельным решением судей. Геннадий Головкин специально для телешоу LS Golf на ESPN поделился ожиданиями от своего поединка. «У меня богатый опыт в среднем весе, а Канело только перешел в средний дивизион. В последних двух боях он смотрелся хорошо, но сейчас уже другая история. Я настоящий чемпион в среднем весе, не малыш, как другие оппоненты Сауля». В поединке с Чавесом-младшим Канело хорошо выступил в связи с тем, что Хулио потерял слишком много времени на пути к большому бою. «Я же очень активен, и я хочу истинного чемпионского боя. Мне хочется выиграть нокаутом, я хочу настоящего поединка. Мой бой с Джейкобсом был другим. Теперь все куда серьезнее. Я хочу побить его, потому что Golden Boy не хотели устраивать этот поединок. Последние 2-3 года он слишком много говорил, и я потерял интерес. Это очень плохо для бокса и всего спорта. Я хочу побить его, в случае победы я верну боксу уважение. Я верю, что одержу победу и надолго сохраню себе все чемпионские пояса». Глава UFC Дана Уайт считает, что бывшая чемпионка организации Ронда Роузи не вернется на ринг и сосредоточится на личной жизни. «Думаю, люди понимают, что, скорее всего, она завершит карьеру, перейдет к следующей главе своей жизни, выйдет замуж, заведет детей, будет заниматься этим. Это не грустно, она так и хотела. Она невероятный боец и не любит проигрывать. Многие критиковали ее за это. Но она такой человек, и именно это помогло ей всех обойти».